Книга «Открытым оком», третий том, тема крещения, вопрос 925. Вычитал, что у Симеона Нового Богослова сказано, что для новокрещенных не требуется сильный подвиг, так как на них нет греха, а для согрешивших после крещения требуется объяснить эту ситуацию, отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. На новокрещенных нет греха, при выходе из купели, все, года на этом и закончилось. Дальше он может уже к вечеру превзойти любого столетнего грешника. Согрешившему нужен подвиг. Но какой? По образу ли святого Нифонта? Или как описывает Иоанн Лестничник, когда приносящие покаяние бичевали себя так, что отпадали куски плоти? Подобного на страницах Священного Писания мы не находим. Покаяние заключается в сугубом смирении, бдении, посте, милостине. Симеона Нового Богослова полностью перевести на русский язык не решился даже Феофан Затворник. Сегодня Симеона бы назвали суперфанатиком. Когда читаешь его или Исаака Сирина, то надежды на спасение никакой не остается. Чтение Библии или Иоанна Златоуста, напротив, укрепляет меня и поднимает даже после грехопадения. Если бы ключи Царствия Божия были бы у Симеона, то, может быть, мир продлил бы свое существование на десятки тысяч лет. Известно, что мир будет существовать, доколе не войдет полное число спасенных в Царствие Божие. Он просеивает людей не через сито и даже не через ситечко, а через плотное полотно. Казалось бы, этот человек должен быть особо популярен при такой неимоверной строгости, а о нем почти никто ничего не знает, как об Архангеле и Егудииле. А именем Златоуста благословляет всех причастников и даже строит города в честь его. А сей святитель говорит: «Сколько раз пал, столько раз и вставай, только не отчаивайся, из тебя этого довольно». После прочтения Симеона Нового Богослова опускаются руки, и душа в отчаянии вопит: «Нет, не спастись никогда, ни за что! Симеон Новый Богослов, моли Бога о нас!»